Привет, друзья! С вами Андрей Чайкин, позывной Геныч. Я в походе, в одиночном. Сейчас зима, 11 декабря, снега по колено, мороз. Ну, в палатку залезал, минус 17 было. Я термометр выкладывал, потом я просто термометр с собой забрал. Так. 26 градусов наверху. 27 даже. Вот. Ну, палатка, печка, все как полагается. Ну что, сегодня суббота. Надо готовить вкусняшку. Вот, и сегодня я буду готовить вкусняшку, которую не смог сготовить в прошлый раз. Вот, я хочу грибного супчика. А Витёк сказал, что ему грибы надоели, и в прошлый раз мы грибной супчик не готовили. Хотя я его хотел сделать. Ну вот, теперь я один в походе. Витёк работает. И я буду готовить грибной супчик. Так, воду я уже расплавил, потому что сейчас это проблема. Супчик надо варить, вода нужна, вот, а вода снег. Вот, но снег я уже расплавил, так что у меня где-то литр воды есть, потом еще, наверное, добавлю. Вот, и сначала я буду резать лучок и морковку. Так, ну что, понеслась. Лук, морковку я нарезал. Вообще, я думал, что я это буду делать, жарить прямо в кастрюле. Вот, но решил, что у меня маленькая сковородочка есть. Уже совсем-совсем задрипанная. Так. Да, не быстро дело, на дровяной печке, конечно, разогревается. Ладно, пока будет жариться лучок, буду резать грибочки. Ну, лучок прихватился, морковочка пошла. Морковка, как ни странно, готовится быстрее, жарится быстрее, чем лук. Поэтому обычно делаю так. Сначала лук жарить, потом морковку. Морковки у меня мало. Сколько было, столько взял. Ну, опять-то там уже на всю катушку прихватились. А шли шпионы. Ничего, что они, их так кажется много, но грибы сильно ужариваются. Ну что, друзья, если честно, я задолбался ждать. Можно было, конечно, еще выпарить еще грибочки.
Я думаю, что этого достаточно. Пахнут офигенно. И теперь начинается неожиданное, на мой взгляд. Сюда отправляется фасоль из банки. Можно, конечно, и настоящую брать, но с ней долго возиться. Собираем супчик, так сказать. Так, теперь лучок с морковочкой пошел. Ну и в принципе все, ребят, простецкая система. Дольем немножко водички. Все. Больше я не хочу. Добавлять такой густенький хочу. Thanks. Все, друзья мои, теперь ждем-с. Ну вот, такая вот картинка, я посолил, и еще немножко перчика добавлю сейчас. Офигеть, ребята! Вкусный. Я таких ни разу не ел. Это очень интересно. Ну что, друзья, все готово, давайте пробовать. Я еще зеленюшку нарезал, укропчик у меня есть. Выглядит красиво. Как всегда, лошадиная доза. Это типа на одного. Ну что, проба. Горячо. Очень вкусно. Ребята, просто офигенно вкусно. А в нем ведь нет мяса. Но он такой вкусный. Придется ждать. Невозможно обжигаться. Не хочу. Очень горячо и обалденно вкусно. О,
сухарики. Чума. Обалдеть. Очень вкусно. Сюда надо чуть-чуть добавить своего соуса. И это будет вообще отрыв башки. Так, соевый соус. Ребята, я очень рекомендую, слушайте, неожиданно, я никогда не делал этого рецепта, я нашел его в интернете, решил попробовать, просто он как-то такой оригинальный, я никогда не думал, что можно, сочетать грибы с фасолью. Кажется, можно. Ладно, друзья, я уже ужинать буду без камеры дальше. Что я вам скажу? Очень вкусно. Неожиданно, совершенно такой непривычный вкус, потому что, ну, как-то, ну, понятно, но грибные супы, но немножко по-другому всегда обычно делаются. И вкус у них немножко иной получается. А тут такое сочетание. И это вкусно. Это очень вкусно. Жареные грибы получаются. Жареные грибы и фасоль. Просто обалдеть. Витя много потерял. Но это реально очень вкусное. Еда. Все, друзья мои, рекомендую. Очень вкусная штука. Рецептуру напишу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там жмите колокольчик и все такое. Заходите на канал Владимира Чайкина, там тоже много интересного по походному делу. Это мой сын. И, друзья, ходите в походы в любое время года, но с правильной подготовкой. И будем вместе продвигать адекватную походную движуху. С вами был Андрей Чайкин, позывной Геныч. Пока. Сокрушался вчера, что много супа сделал. Народ, даже не могу показать, сколько осталось там. На донышке.